даже я не смогу теперь увидеть. Помогите, помогите, мой корабль терпит крушение. Помогите! Итак,
проверю, готовы ли ракеты. Готовы. Готовы. Все молодцы. Нам пора взлетать. Идем ко мне на взлетную позицию. Становитесь кружок. Приготовились. Ракеты готовы? Да. На ракете мы летим, в невесомости парим. Смотрим все в иллюминатор, ищем для посадки кратер. Вот пошел метеоритный, дождь космический, магнитный. Мы на кнопки нажимаем и ракету опускаем. Приземлились. Куда это мы попали? Наверху. Наверху и вниз. Какая это планета по счету, Жень? Первая. Это ближайшая к Солнцу планета. Вся залита лучами горящего света. Так много ей достается лучи, что это планета в других горячей. Это Меркурий, первая по счету от Солнца планета. Пойдем найдем ее место в Солнечной системе. Молодец. На поверхности Меркурия очень много кратеров, потому что нету на ней атмосферы, которая бы защищала ее от падения метеоритов и обжигающих солнечных лучей. Что такое кратеры? А мы с ребятами тебе сейчас покажем, как они образуются. Что это у вас? Маленькие метеориты? Что вы будете делать? Давай тебя отдать, возьми ты. Попробуй с нами. А что теперь нужно сделать? Мы их уберем. Посмотрим, что у нас получилось. На что они стали похожи? На кратеры. А похожи ли эти кратеры на настоящие? Да. Помогите, посмотрите на картинку. Да. Пойдем покажем ее в Солнечной системе. Молодец. Тут как-то ветрено. Посмотрите, ребята, по поверхности этой планеты разбросало метеориты. Какой они формы? В форме шара. Какую форму? Какую форму? Нет, они шары. Давайте попробуем стать ветром и подуем их, чтобы они прошли по кратерным дорожкам. Это прям сильный ураган. Молодцы! Скоро начнется сильный ураган. Давайте сядем в свои ракеты и полетим дальше. Это точно не моя планета. Таинственная планета, она по размеру чуть больше Луны. Из-за кроваво-красного цвета назвали планету в честь бога войны. Это Марс, четвертая по счету от Солнца планета. Пойдем покажем ее в Солнечной системе. Молодец. Да, это пыль, жавчина. Красная пыль.
пыль ржавчина, я боюсь ржавчины. Наша ракета может заржаветь, летим отсюда. Запускаем вновь ракету, прилетаем на планету. На какую планету? Планета? Этот огромный шар, больше всех планет, и суши на нем нет. Повсюду жидкий водород, и если холод, около год. Это Юпитер, пятая по счету от солнца планеты. Пойдем покажем ее в Солнечной системе. Вот это больно. Молодец. Еще. Посмотрите далеко. Посмотрите близко, посмотрите высоко, посмотрите низко. Руку в сторону веду, а теперь в другую. И сейчас большущий круг глазами нарисую. Ой, ой, что-то закружилась голова. Плюс один, это от того, что эта планета вращается очень быстро. Ой, тут не устоять, не устоять. Летим отсюда на другую планету. Запускаем вновь ракету, прилетаем на планету. Куда мы попали? Что это? Ну, какую же планету? Ты думаешь, что я всего отвечает ее? Какой ты еще планету? Раз, лицо, его окружали большое кольцо. Тату шестая, большой кольцо планеты. Пойдем покажем ее в Солнечной системе. Молодец! Ребята, на этой планете очень сильная гравитация, и поэтому осколки кольца никак не могут собраться вместе. Давайте мы с вами поиграем в игру. Превратимся в эти осколки. А я буду Сатурном. Ну, будьте внимательны, нам будет мешать гравитация. По команде гравитация астероиды двигаются в космическом пространстве. По команде в кольцо астероиды становятся в кольцо. Гравитация. Кольцо. Гравитация. Кольцо. Кольцо. Гравитация. Кольцо. Молодцы. Но это тоже не моя планета. Летим дальше. Ракету. Прилетаем на планету. Что это за планета? Она необычайной красоты, тепла на ней не будет никогда, где-то там много льда. Это у вас седьмая по счету от солнца планета. Пойдем покажем ее в Солнечной системе. Молодец. Ой, как здесь холодно, я что-то замерзаю. Это точно не моя планета. Запускаем вновь ракету, прилетаем на планету. Нептун. Что это за планета? Нептун, четвертый газовый гигант. Кашель голубой, лопашки фан. Мы путешественные карты мира, полетели на кассиру. Не было восьмого счета от шутки планета. Покажем ее место в Солнечной системе. Молодец.
Нептун. Ребята, я вспомнил. Это моя планета. Это мой дом. Ура, ура. Вот мои собратья. Спасибо вам. Как хорошо, ребята, что мы помогли с этим, да? Найти его планету. Но нам пора возвращаться с вами домой. Помни, С1, что мы люди земляне, твои друзья. Земля какая по счету от Солнца планета? Третья. Прилетай к нам, пожалуйста, мы будем всегда рады тебя видеть. Хорошо, мне пора. Прощайте. Запускаем вновь ракету, прилетаем на свою планету. Вам понравилось наше путешествие? Да! Давайте вспомним все планеты, на которых мы побывали. Меркурий 2, Венера 2, 3 Земля, 4 Марс, 5 Юпитер, 6 Сатурн, 7 Уран, 8 Нептун. Ну и мне пора с вами попрощаться, ребята. До новых встреч! До свидания!